Всем привет, уважаемые гости, дамы и господа. Находимся мы в Средней Франконии. Франкония бывает Нижняя, Средняя и Обер, Верхняя. Это именно Миттельфранкен, это Средняя Франкония. Город Бад-Винсхайм. Бад-Винсхайм, господа. Что можно сказать? Ну, много есть городов с приставкой Бад. Есть Бад Киссинген, Бад Мергентхайм, вот Бад Винцхайм. Даже Баден-Баден есть. То есть с Бадами все нормально. Бадов очень много. Вот. Поэтому мы находимся в каком-то очередном БАДе. Но это не биологически активные добавки, это город. Очень древний Бад-Винсхайм. Где-то 12 тысяч жителей здесь, в этом городе, имеется. Основан этот город, я в интернете немножко сейчас заглянул, в 1248 году. Почему мы в этом городе находимся? Да все просто, тут барахолка уличная, поэтому мы тут, собственно говоря, и находимся. Вот все здесь с 1248 года, вот так вот все это тянулось. И вот дотянулось до нынешних времен. Кстати, смотрите, если вы видите гнездо аиста. И там вроде бы даже аист есть, насколько мне не изменяет зрение. Я надеюсь, с ним все хорошо. И вот на фоне такой франконской архитектуры вот так вот мы стоим. Город Бад-Винсхайм, господа, значит. Город не велик, не мал, но по меркам Германии большой город. Вот. Он занимает, кстати, между прочим, его площадь 80 квадратных километров. Представляете, это просто безумие. Это, мне кажется, очень много. Потому что я, например, знаю точно, что площадь города Харьков, например, 300 квадратных километров. Представляете, Харьков 1,5 миллиона. А здесь 12 тысяч жителей, 80 квадратных километров. Но это легко объяснить. Здесь же нет высотных домов, в общем, плотность населения маленькая. И находимся мы на Зейгассе. Вот на этой Зейгассе и проводится сегодня городскими властями барахолочка. Такая так называемая уличная барахолочка. Вот. И не бывал я еще здесь. Ну, мы были на барахолках в этом городе в другом месте. Ну, вот именно на уличных не были. На уличных барахолках, не знаю, стоило сюда приезжать. Не стоило. Вот приехали на эту Зейгассе. Зейгассе, это, господа, это озерный переулок. Знаете, такое название для... Типа следствия ведут знатоки. Происшествие в озерном переулке. Вот примерно так. Ну, в общем, вот такое я вам сделал интро. Ну, а дальше уж, как говорится, как... Алло, алло. Даже знакомые продавцы здесь есть. Вот. Wo ist Uschi heute? Uschi ist nicht da? Keine Ahnung. Sie hat gestern gesagt, sie geht mit. Weil die ist immer zusammen mit Ihnen. Manchmal, aber sie hat gesagt, sie... Ja? Zwei Tage hintereinander ist viel gut, ist jetzt... Wie alt ist sie? Heute ist passend. 76 oder was? Das macht nichts. Ja, darum wollte ich hier den Platz wegen dem Schatten. Ja. Das Wetter passt heute. Ist günstig. Ja, ihre Frau habe ich schon gesehen. Ja, die ist. Hat frei. Ich habe geparkt. Ja. Sie hat gesagt, mein Mann hat dabei, er sucht Parkplatz. Genau, ja. Also,
Viel Spaß, viel Glück. Danke. Also. Schönen Feiertag. Ja, danke schön. Hallo. Was kostet diese Vase? Da. Ach so. 18 Euro. Alles klar, 18 Euro. Mhm. Ух, тяжелый я герман. Ой, тяжелый. Да, красиво. Да, поговорил я с одной женщиной, она торгует часто с одной подругой, но говорит, подруги нет, ничего, зато я, говорит, есть. Такие модели, а? Красивые. Какая лампа. Интересно. Да, вот это очень старинная ваза. Was kosten die Vasen? Ja, welche? Zum Beispiel diese. 35, die rote kostet 50. 35, 50. Mhm. Понятно. Und diese? Die kostet 75. 75. Die große Murano. Murano, ja. Mhm. Муранские вазы, ребята, ну вы поняли, да? 75, 50. Это, кстати, еще ничего. Это еще вот 35, но это очень старинно, это давай. Мозер Кальцбад. Угу. Мозерская. Да. Видимо, это завтра. 35, это недорого. Ну, это 30 не отдаст, конечно. 35 haben sie gesagt, ja. Mm-hmm. Да, это очень мощная ваза. Ну, надо будет. Я. 27 сантиметров. Алло. Gute Zeit. Ja, ebenso. Вот, господа, барахолочка, значит, на улице. Есть классные вещи. Ну, так, цена нормальная еще, в принципе. Смотрите, какая интересная такая башня с таким мозаичным куполом. Надо будет ближе подойти. Я бывал в этом городе, кстати, на протяжении многих-многих лет. Тут есть музей под открытым небом, музей, как жили франки раньше. Ну, франки – это, ну, такая народность. Не зря называется Франкен, Унтерфранкен, Оберфранкен. Вот, ну вот здесь, на этой улочке, я был так мельком. И барахолка проводится, в общем-то, здесь нечасто, насколько я понимаю. Was soll es kosten, diese Paare? 35.
Лимож. Ты вот 35 тысяч. Und diese Bonbonniere? 45. Угу. 45. Ilmenau. Ilmenau. Граф фон Хеннеберг. Und wenn du mehr nimmst, mache ich dir einen besseren Preis. Mhm. Ja. Ich bin 30. Das ist Fürstenberg. Mhm. Und was soll es kosten, diese Schatulle? Was soll es kosten? 25. 25 Fürstenberg. Aschenbecher oder? Das ist nur eine Auer. Mhm. Was soll es kosten? 45. 45. Wobei das Geschenk ist für Monat. Mama! Ja. Und Villeroy Vase? Mama! Wie was? Nein, Villeroy. 80. 80. Das ist alles nur Baby, nichts Großes. Groß ist unten im Korb. Villeroy, Ребята, 80. Und da gehört eine Jeans dazu, die ist auch da drin. Die Jeans, ja. Это Мурано. Мама, я вот danach gesucht. Ach so. Zu dem kleinen. 10 Jahre habe ich gesucht. Очень редкий заяц Розенталь, 130 евро. Потому что он двухцветный. Sehr hübsch. Ehrlich gesagt habe ich nie gesehen mit dieser ja, Farbenkomposition. Genau. Ja. Ich habe immer zu einem großen auch noch einen kleinen gehabt. Und so trist. Weiß, weiß, mhm. Rosa, rosa, braun, braun, grau, grau, schwarz, weiß. Super, это последний ее заяц. Розентальский заяц 130. Я говорю, ну так оставьте его. Она говорит, нет, хочу всех продать. Ребята, видите, вот то, о чем мы с вами говорили. Вот старый дом, которому тут, не знаю, если этот город 1248 года основания, то здесь наверняка было очень что-то старое. Вот теперь его реставрируют в точности так же, как он был. Вот, на этой улице. И все, вот точно будет выглядеть так же, вот как все эти окрестные дома. Вот и все. Кто-то будет из местных здесь зависать, сидеть, кушать булочки, чай пить там или кофе и немножко вздрагивать от счастья и от страха, может быть. Бог его знает. Смотрите, какой интересный домик. Вот домик. Домик очень старинный, видать, но вот... Смотрите, как сделаны водяные эти дахрины, это, ну, сами знаете, о чем я говорю, для дождевой воды. То есть все очень грамотно, красиво. Мы же видим, что это правильный гол. Ja. Der Preis war noch passt. Versand auch immer dann kommt gleich. Kommt mindestens mal 5 Euro drauf. Ja. Und aus Päckchen geht. Ja, ja genau. Wir schicken schon gar nicht mehr aus Päckchen, weil viel verloren geht. Da verschicken das auch nicht. Das heißt, weil sie hat schon manche gekauft, aber dann zwischendrin macht man wieder mal schlechte Erfahrungen. Kommt der Ware an und so weiter. Ja. Ne? Das ist immer... Eben, oder ist doch gar nicht so, wie ich ausfahre mal ein Bild. Ja, 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 das stimmt. Nee, schön, dass du nochmal welche Kunden hast. Vielen Dank, gell, und viel Erfolg noch. Dankeschön. Tschüss. Danke. Was kosten die Clowns von bis? Die Größe 15 Euro. Aha. Und die großen 20. Aha, 15, 20. Mhm. Gilde. Ja. Mhm.